Привет всем, с вами Альвина, и мы на обзоре в жилом комплексе GT-Суевская 4. Комплекс был сдан во втором квартале 2017 года. Он расположен по одноименному адресу GT-Суевская 4 в Медеусском районе. Застройщиком является компания «Поток-8». Совсем рядом расположен парк культуры и отдыха, а также алматинский зоопарк. Пройдемте познакомимся с комплексом поближе. Жилой комплекс представляет собой классическое прямоугольное здание. Дом 10-этажный, построен по монолитно-каркасной технологии. Фасад облицован плиткой немецкого производства. Вход в коммерческие помещения находится с внешнего двора. Под коммерческие помещения выделен один этаж. На сегодняшний день уже начинает свою работу йога-центр. Два входа для жильцов находятся со стороны внутреннего двора. Имеются удобные пандусы. Дом двухподъездный. В каждом подъезде один грузопассажирский лифт. На этаже располагается в среднем по 5 квартир. Одна из особенностей жилого комплекса – это то, что в продаже только одна и двухкомнатные квартиры. Для увеличения комнатности придется приобрести сразу две. При разработке проекта специально сделали так, что объединение квартир не будет вредить несущим стенам. Квартиры сдаются в черновой отделке, потолки 2,8 метров. Коммуникации уже проведены, уже установлены пластиковые окна, входная металлическая дверь, радиаторы. Стены, пол и потолок ровные. Отопление в GT-Суевская 4 центральное. Уже есть газ. Жильцам, чьи окна выходят на горы, повезло. Вокруг GT-Суевская 4 нет других новостроек, в основном частный сектор. С другой стороны дома у жильцов будет вид на город. Есть парковка для посетителей коммерческих помещений и два въезда, с одной стороны во внутренний двор, а с другой в подземный паркинг. Паркоместа выкупаются отдельно. С вами была Альвина и независимые обзоры на Homestars.kz. Больше обзоров на жилые комплексы города Алматы смотрите на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!